Ужесточить закон маски-шоу «Стоп». О такой необходимости заявил премьер Владимир Гройсман. По его словам, положение закона нередко нарушают как правоохранители, так и сами предприниматели, работающие в тени. Премьер в очередной раз подчеркнул, что реакция на противоправные действия и полицейских, и бизнесменов будет жесткой. Там, где правоохранительная система реагирует адекватно, мы должны ее поддерживать. Там, где правоохранительная система выходит за межи, ми маємо дуже жорстко на це реагувати публічно, для того, щоб захистити чесний, легальний, відкритий бізнес в Україні. Дуже важливо не тільки приймати закони, а дуже важливо, щоб ці закони виконувались. І завдання нашої роботи полягає в тому, щоб кожна сторона діалогу, і бізнес, і правоохоронна система працювали в виключно законний спосіб.